Друзья, привет! Важный элемент для съемки процесса приготовления – это красивая посуда, которая хорошо смотрится в видео. Например, я люблю использовать прозрачные стеклянные салатники или блюда, потому что их можно снять с разных ракурсов. А если… Блин, почему я забываю это предложение постоянно? Сейчас, подожди. Я очень люблю есть апельсины, но просто ненавижу их чистить. Гениальная фраза, просто. Во-вторых, у него нет проводов. Я просто фанат беспроводной техники, уже не представляю, как можно пылесосить квартиру старым проводным пылесосом. Он тяжелый, его приходится таскать за собой, постоянно спотыкаться от Привет, я же уже говорила вам, что мой муж классно готовит, правда, редко. Сегодня он покажет нам... Типа его, ты его склеил, вот мы сидим и радуемся домику. Смейся. Кружаться 5 часов. Друзья, надеюсь, обзор... Если вы переживаете, что пирог получится горьким, тут главное выбрать... И первая сковородка, та, которую мы купили, как только у нас появилась кухня, ей уже, наверное, чуть больше 3 лет, вот такая вот... На диск отдельно покупать. Рукой все себя закрыло, и глаза торчат. Почему мы выбрали именно эту кофемолку, кроме дизайна и того, что это Bosch, потому что муж у меня просто фанат Bosch, у него очень много инструментов Bosch, хотя из техники дома у нас только кофемолка и духовка Bosch, больше нет ничего. На паузу.